Лето – время работать, особенно если дело касается капремонта. В Ивановском районе на этот год запланировано 35 объектов, 20 уже сданы. В июле преобразились сразу три дома в селе Богородское на улице Центральной. Рекоператор оценивает ремонт фасада на твердую пятерку. Здесь даже было уточнение, чтобы не навешивать штукатурки толстый слой, так как дома хозспособом были построены в свое время. Применили полимерную сетку, специальный клей и специальную краску фактурную, которая скрыла общие дефекты фасадов. Работы выполнены, пожелания жителей, в принципе, почти все учтены. Почти все, да. Но пожелания жителей на отмостку, они все-таки немножко не входят в работы по фасадам. Без отмостков никуда, считают жители. У пенсионерки с первого этажа на стене грибок. Все из-за того, что в квартиру проникает влага. Дом никак от этого не защищен. Оценка губернатора подрядчику удовлетворительна. Глава региона пояснил, фасад – лицо дома. Общее впечатление ничем не должно быть испорчено. Считаю, что раз мы такие работы проводим, то все работы, связанные с эстетическим направлением, надо тоже сделать, то есть козырьки, все это дело обновить, двери, где необходимо входные и подъездные, поменять. Жители ставят вопрос о том, что необходимо сделать отмостку. Ни у кого из строителей сомнений, необходимость отмостки не вызывает, поэтому я дал поручение, чтобы отмостка была сделана. Портит внешний вид улицы и трубы теплоснабжения, некрашенные с потрескавшейся изоляцией. Привести это чудо-юдо в порядок запланировано до начала отоп-сезона. Здесь у нас оформляется концессия по данному населенному пункту. Планируется, что в октябре сюда зайдет. Фактически здесь работает уже организация «Коммунальщик Ресурс». Сейчас она по договору аренды, но в ближайшее время будет оформлено концессионное соглашение. В рамках концессионного соглашения эта организация выполнит ремонт и труб. Но они уже запланированы до начала отопительного сезона. То, что касается вот этих домов. Пока об отставаниях от графика у рекоператора речи не идет. По области расклад следующий. В работе на этот год чуть менее 1500 многоквартирных домов. Капремонт закончен 950 объектах, 280 еще в процессе, 222 дома готовят к аукциону. Елена Белова, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.